Всем привет! Современные ультралегкие мышки прекрасны. У них топовые начинки, низкий вес, суперскользкие глайды. Но почти все они спустя пару месяцев использования начинают делать вот так. И сегодня я вам расскажу, как это пофиксить. Суть лечения крайне проста. Нам нужно убрать трение пластика об пластик, поэтому, чтобы убрать скрипы, нам потребуется кисточка и смазка. Какая именно смазка, на самом деле не сильно важно. Подойдет та, что для свечей, либо для стабилизаторов. Конкретно у меня смазка для стабилизаторов от Custom Made, но можно использовать ту, которая у вас под рукой, или любую другую. Лечение подойдет разным мышкам. Отличаться будет лишь место, где надо лечить, и процесс разборки. Конкретно сегодня лечить мы будем мой Desader V3 Pro. Разбирается он просто. Снимаем заднюю ножку и откручиваем три винта. Далее аккуратно расщелкиваем клипсы, которые держат половинки корпуса вместе. Чтобы было удобнее работать, вынимаем коннектор для светодиода. Берем кисточку и равномерным тонким слоем наносим смазку по всему периметру, где верхняя половинка корпуса соприкасается с дном. Особое внимание уделяем различным пазам и защелкам. Именно они являются причиной хруста. После того, как все смазали, собираем мышь и проверяем. Мой дозатор теперь не хрустит, и он абсолютно тихий. В общем, надеюсь, сегодняшнее видео для вас было полезным. Если это так, то поддержите меня подпиской, лайком и комментарием. Ну а у микрофона сегодня, как всегда, был я, Тушел. Всем спасибо за просмотры и увидимся в следующем ролике на канале про девайсы.